В Стамбуле мы поселились в очень дешевеньком отеле. Вот такая крутая лестница. Он не зря был дешевенький, так себе отель, честно говоря. Вот. И вот в таком районе, давайте посмотрим на этот район и как живут в старом Стамбуле люди. Здесь вот мы вышли, улица сплошь из ресторанов, там вечером мы поели, это был самый дорогой наш ужин за все время. Сам не знаю, как это строить. Туда все падает. Потом вот подъезжает машина и забирает этот контейнер, поднимает. Здесь есть очень узенькие улочки такие. Видите, дома совершенно разные. Какие-то поновей, какие-то не такие новые. Машины еле протискиваются, но протискиваются. И машины при этом крутые. Вот есть совсем полуразвалившийся дом. И кажется, там живут люди. Это площадь Константина, императора. Напоминаю, что это Константинополь. Здесь стоят два обелиска. Один из них обелиск Константина, другой привезли из Египта. А это город, а это обелиск Константина. Да. Ну, а это мечеть Айя София, в которую мы сейчас пойдем. Здесь мы идем вдоль, ну, задняя как бы часть мечети султана. И вот это, судя по всему, хамамы. И они покрыты крышей свинцовой. Вот. И это вот такие прикольные бубышки. Это для того, чтобы туда поступал свет в хамам. Вот. Они там, ну, разные помещения, судя по всему, в этой бане. Вот так выглядит мечеть. Эта надпись гласит «Timekeeper's Room» – «Помещение хранителя времени». Вот так буквально переводится. Перед мечетью нас заставили купить косынки женщинам. И вот сейчас мы стоим перед входом в мечеть. Здесь еще есть лики святых перед входом, вы видите. Дальше входим в помещение, где все разуваются, оставляют вот здесь обувь, потому что в мечети все босиком обязательно, и там омывали ноги, как вы видели. Ну вот сейчас внутри мечети мы находимся, ну, арабская вязь, вы видите, арабские молитвы, и никаких ликов практически уже нет. Это бывший православный собор, который сделали мечетью турки. Мы там пробыли достаточно долго, потому что там было, ну, прохладно, и мягкие ковры, мы на них сидели. Но через какое-то время объявили, что приближается время молитвы, и всех попросили освободить помещение. Надо сказать, что во время молитвы здесь жесткое разделение, значит, в центральной части. Центральная, самая большая часть предназначена для мужчин. А справа и слева части предназначены для женщин. Они за загородкой такой специальной, женщины тоже там при этом молятся, но полностью раздельно. И всех выгоняли. Честно говоря, ну, у меня не сложилось впечатление, что все они такие уж сильно религиозные, такие уж сильно двинутые. Вот, очень много европейских, так сказать, женщин по-европейски выглядят, я бы сказал, больше всего. Вот лик еще один, который не закрашен, вот, но, судя по всему, его тоже забьют вот таким камнем. Вот, женщины в основном, конечно, европейского вида, так сказать, там не особенно верующие, но много достаточно и верующих. И мужчины в разговорах, я когда слышу, там... Иншаллах, Аллах Акбар, там, значит, там вот они
говорят, что все от Аллаха, что Аллах един, и прямо вот Аллах, Аллах. Вот. Но тем не менее, я бы не сказал, что они совсем такие задвинутые на Аллахе. Надо сказать, что очень доброжелательно относятся ко всему, очень такие люди отзывчивые, очень веселые. Но если вспомнить историю, то, в общем, не знаю, не знаю. Вот. Но сейчас они достаточно такие вот все отзывчивые. Вот сейчас освобождают центральную часть, просят выйти всех. Вот уже, в общем-то, отгородили, и там только мужчины в центре. Ну, мы вышли из мечети и решили пойти, там такая так называемая цистерна-базилика, подземная такая, ну, достаточно большое помещение, интересное очень, судя по всему, но она, к сожалению, закрыта на реставрацию, и, судя по всему, это надолго. Ну и дальше мы пошли в свой отель, по направлению в свой отель, через рынок, на котором мы купили чай, так называемый, порошковый. Он очень вкусный здесь, и мы его еще купим. Сейчас мы купили его немного. И нам надо было планировать дальнейшее наше путешествие. То есть мы должны через интернет были найти машину, которую мы собирались взять в аренду, и снять гостиницу. Дальше уже мы хотели ехать в Гёреме. Это самый центр Турции, туда ехать 7 часов, поэтому достаточно сложно все это было. Произошло все с большими трудностями, но, в общем, сказать, об этом я расскажу в следующий раз, как мы сняли машину, что это стоило, какие трудности при этом возникли, и как мы ехали в сторону Гёреме.